Салам, дослар! Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Наш канал продолжает гастрономическое путешествие, и сегодня мы с вами в солнечном Азербайджане. Друзья, меня покорила просто кухня этой страны, и сегодня мы с вами начнем готовить, по-моему, самое невероятное блюдо, которое называется нар-нумру, или нар-нумры, еще иногда его называют. Это яичница с гранатом. Мне кажется, это просто что-то невероятное. Я начинаю готовить, а вы следите за мной. Начинаем с лука. Надо порезать его как можно мельче. То есть я просто порежу мелким-мелким кубиком. Друзья, конечно, вы знаете, что гранат – это король азербайджанских фруктов. С ним готовить можно абсолютно все – соленье, варенье, маринады, рыбу и мясо. Ну а мы сегодня с вами готовим яичницу с гранатом. Для этого гранат мне нужно будет почистить. Ну что, теперь займемся приготовлением. Я растапливаю сливочное масло. И выкладываем репчатый лук сюда. Теперь лук надо будет обжарить до полупрозрачного состояния. Лук прожарился, посмотрите, он уже начинает золотиться. Теперь добавляем сюда гранат. Перемешиваю и накрываю крышкой и дам пару минут протушиться. Ну что, здесь у нас гранат уже почти готов. Я еще раз перемешаю. И теперь сделаю лунки для яйца. И аккуратно вбиваем яйца так, чтобы не повредить желток. Яйца надо посолить и поперчить. Все, друзья, теперь мы крышку не закрываем, дадим яйцам прожариться, белок должен стать беленьким, а желток должен остаться мягким и жидким. Буквально 2-3 минутки и будем пробовать. Друзья, нар-нумры готово. Яичница с гранатом, давайте скорее пробовать. Я уже вся в предвкушении, не знаю, что получилось. Посмотрите, желточек растекается. Попробуем скорей. Необычно. Удивительно. Вы знаете, честно, друзья, это очень вкусно. Вы обязаны это приготовить. Попробовать вот такой необычный, солнечный, азербайджанский завтрак. Друзья, я вас просто умоляю, приготовьте такой завтрак для своей семьи. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Не пропускайте наше гастрономическое путешествие. Спасибо, что вы нас смотрите. Оставляйте, пожалуйста, лайки и комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!